Акцию памяти героев Советского Союза провели на центральной улице Магадана. Волонтеры столицы Колымы вручили жителям города памятные буклеты с именами героев Советского Союза. Такая акция проходит в Магадане уже четвертый год. Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана совместно с городским волонтерским корпусом «Волонтеры Магадана» проводят информационную акцию, посвященную Дню Героев Отечества, на площади торгового центра «Восход» и на автобусной остановке проспект Ленина 3. Волонтеры раздадут более 450 буклетов, посвященных Дню Героев Отечества, с историями колымчан, удостоенных звания Героя Советского Союза. Основная цель акции – сохранить память о героях Отечества, отметили организаторы. Помнить надо об известных и неизвестных солдатах. Это и есть историческая миссия нынешнего поколения – долг перед потомками.